Добрый день. Александр, помогите нам попасть домой. Вот мы застряли между Россией и Украиной на Троеборную. Дети с детьми. Женщины с детьми. Детей. Вот сидим в таможне, нам не разрешают ехать домой. Даже застряли 4 человека в Приднестровье. Их вообще запретили ни в Россию, ни в Украину. Как нам дальше быть? Что нам дальше делать? Дайте нам, пожалуйста, какой-нибудь ответ, чтобы мы хотя бы поняли, что нам делать. Или здесь какие-то дома сделать. И надо вот эти две машины приднестровские. Вот одна российская, этот паспорт российский и приднестровский. Вот вторая машина приднестровская. Тоже паспорта приднестровские, российские. Почему нам нельзя попасть домой? Мы уже какой день мы сидим в дороге? Дети сидят, вот дождь. Вот люди пешком, даже вот ходят пешком в нейтральную зону. И им не разрешают ни на чем ехать домой. Что за правительство у нас? Что за... Делайте что-нибудь, это уже бесполезно. Уже не знаем, что делать.